Восток страны атакует саранча. Нашествие переживает Абайская область. Особенно сложная ситуация в Аксуатском районе, где вредители заполонили пастбища и сенокосные поля. Насекомые уже охватили внушительную территорию почти 7 тысяч гектаров. Местные боятся, что саранча помешает заготовить корм на зиму для скота. На кадрах, которые сняли жители, видно, как крылатые насекомые ковром покрывают степь. Масштабная борьба с вредителями развернулась уже в 4 регионах. Страдают также Туркестанская, Костанайская, а также Актюбинская области. Последней ожидается экстремальная жара, что тоже способствует размножению саранчи. В Абайском регионе к обработке привлекли специалистов из Шымкента. Химпрепараты планируют распылить на 2000 гектаров. В районе саранча нанесла вред на площади 6900 гектаров. Химическая обработка против итальянской саранчи ведется на 1500 гектарах сельскохозяйственных угодий Кумкольского сельского округа. Также обрабатывают пастбище в Ойшиликском сельском округе.